С 1 января вступили в силу изменения в закон об охране здоровья, позволяющие медицинским работникам выдавать электронные рецепты на наркотические средства и психотропные вещества. На региональном уровне потребуется принятие решения об использовании электронных рецептов наряду с бумажными. Также с 1 января Минздраву России переданы полномочия регионов по организации обеспечения лекарствами больных гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом. К новинкам законодательства в области здравоохранения относится также наделение прав Росздравнадзора на контрольную закупку лекарств с 7 января наступившего года. Изменение основано на задаче контроля над продажей фальсифицированных и контрафактных препаратов и других факторов. Уточнены также права военнослужащих. В частности, военнослужащие, в том числе призывники, контрактники, лица, приравненные к военнослужащим по медицинскому обеспечению, теперь будут иметь право на бесплатное оказание медицинской помощи, за исключением случаев медицинского освидетельствования в целях определения годности к военной службе или приравненной к ней службе.